Такой вопрос. Из-за какой ошибки мы теряем уверенность в себе? Из-за какой ошибки человек теряет уверенность в себе? Ответить на этот вопрос несложно. Уверенность в себе у человека обозначается наличием у него знаний о себе. Или эти знания о себе, они создают уверенность. И влияние чужих знаний, которые внушаются человеку, как бы о нем, создают в нем неуверенность. Именно поэтому я все время говорю, человек должен осознавать себя и знать, что кому он не нравится, у того нет вкуса. Кому не нравится, как он думает, тот пусть думает сам, как хочет. Кому не нравится, как он выглядит, у того нет вкуса видеть то, что вы хотите. Сохраняйте свою индивидуальность. Верьте в то, что ваша индивидуальность красива в ее неповторимости и необычности. То есть старайтесь не подвергаться тому, что называется воздействие других людей. Уверенность в себе обозначена тем, насколько человек знает о себе много. То есть человек говорит, я уверен в том, что я буду умным. Почему? Я в институте учился. Я уверен, что я всегда буду красивой. Почему? У меня много ухажеров. То есть видите, знания обуславливают у человека самоуверенность. Таким образом, увеличивая количество знаний в любых областях, человек становится более уверенным не только в областях, а еще и по отношению к себе.